Странно, как тут еще все не рухнуло. А ну, стоять! Спокойно, спокойно. Ты же знаешь, я не с троицей. Чего нам тебе верить? Я бежала с одним из ваших. Его зовут Яков. И где он теперь? Мы шли вместе, но в шахтах разошлись. Она убила его! Нет! Нет, нет, нет! Яков никогда не доверял чужеземцам. Прошу, слушай, я вам не враг. Я говорила. Тебе следовало уйти. Софья! Довольно! Отец! Я уж думала, ты погиб. Я рад, что тебя удалось выбрать. А Софью прости, она осторожная. На ее месте я поступила бы так же. Что тебе удалось выяснить? Сюда идет вся армия Троицы. Надо готовиться. А она? Она мой друг. И находится под моей защитой. Развалины. Затерянный город Пророка должен быть рядом. Пойдем. У нас мало времени. Запаситесь оружием и займите укрепление. Ступайте, давайте! Они скоро придут. Но у нас мало людей. Дети и старики особо уязвимы. Иди. Отведи их в катакомбы. Зажигайте костры. Предупредите жителей долины. Невероятно. Софья, собери бойцов. И приходи ко мне в верхнюю деревню. Только не исчезай снова, отец. Дело не в проворот. У нас время. Потом. Я помогу, чем смогу.
Ты, иди к старой рации. Запусти генератор. Надо передать последнее сообщение, оповестить другие поселения о происходящем. Делаю, что смогу. Вы двое. Мне нужны наблюдатели за долиной. Идите к утесам, следите оттуда. Как только увидите вертолет, сообщите. Да, конечно. Привет. Если что-нибудь увидим, дадим сигнал. Ступайте с Богом. Яков жив. Надо признать, он очень выносливый. Троица нагоняет. Людям Якова пригодится моя помощь. А этот атлас с фрески пока не буду никому рассказывать. Если это действительно карта развалин, надо найти ее раньше Анны. Иначе получится, что все эти люди умерли зря. А у меня и без того на совести хватает груза. Как ты нас нашла? У них есть вертолет. Что привело тебя сюда? Атакуют с воздуха. Грядет война. Надо готовиться к ней. Будем держаться под деревьями. Там нас не увидят. Еще дрова. Я уже нарубила кучу дров. И не знаю, сколько времени у тебя будет на копку. Узкие наконечники делать быстрее, чем широкие. Так что делаем их. Еще одна тяжелая для моего народа зима. Умирает больше, чем рождается. И чем дальше, тем беспокойнее становится молодежь. Я вижу, как они провожают взглядами редкие самолеты с тоской. С надеждой, с томлением. Привет. Приветствую. Яков сказал, что они придут. Мы так и не оправились от красных. А теперь еще один. Главное, смотри в оба. Они могут нагрянуть в любой момент. Сделай, что смотри. Гвоздей. Гвозди можно надергать из старых десятков. Он наконечники для стрел готовит, пока время есть. Лара, прости, если Софья была не слишком приветлива. Ничего. Хорошо, что ты вступился за меня. Мои люди десятки лет сражались с чужаками. Привычки не изменишь в одночасье. Помоги нам с приготовлениями. Труд на общее благо – отличный способ завоевать доверие. Посмотрим, что я смогу сделать. Thank you.
Молодежь, вы смеялись, когда учились читать, говорили, что для охоты это не нужно. Но вот вам урок. Все взаимосвязано, а я всегда права. Для тех, кто понял, сколь глупо упрямство и могут прочесть эти строки, первое задание. Бойцов верхней деревни, чтобы отвлечь их туда. Дети и старики спрячутся в катакомбах Акрополя. Когда здесь все закончится... Я сказала, они хорошо вооружены. Как их тогда победить? Бой мы ввязываться не будем. Они ударят со всей силы. У нас будут потери. Они надеются победить с наскока. Но мы обратим их рвение себе на благо. Сражение будет долгим. Чтобы выжить, надо их измотать. Действовать расчетливо. Будем наносить рану за раной, пока они не истекут кровью. Только тогда мы победим. А сейчас зажжем костры. Предупредим остальных в долине. Сегодня наша победа – выживание. Может, подсобишь? Наши бойцы рассредоточились по всей долине. Если зажжешь огонь на сигнальной башне, то они поймут, что надвигается угроза. Делаю, что смогу. Как огонь загорится, они сообразят, что делать. Ugh!
Хорошо. Какая-то карта, но разобрать слова очень тяжело. Привет. Надеюсь, стрелять из него ты умеешь. Яков, тебе летят вертолеты! Срочно сюда! Беги скорее! Баррикады! Бегом! Бегом! Осторожно! Не высовывайся! Отходим! Держаться вместе! Святой источник! Говори! Стой! Оставь их, не надо! Где он? Стойте! Стойте! Есть карта! Атлас! Он укажет путь! Ладно, говори, что там за атлас!
нас напали местные. С ними Крофт. Есть потери. Кто погиб, кто бежал. Надо было ее убить. Твоих успехов особо незаметно. Возможно, ей удастся то, что не по силам тебе. Мне все по силам. Того и гляди, вмешается троица. А ты знаешь, что это значит. Я для них никто. Моя жизнь им безразлична. Мне нужна сила источника. И ты ее получишь. Не теряй веру, Анна. Такова Божья воля. Наш успех неизбежен. Пожалуйста, найди его. Мое время на исходе. Я так далеко зашел. Так много вынес. Эти преграды, что ты воздвиг на моем пути. Грехи, что заставил меня совершить на то, должна быть причина. Только ты можешь показать мне путь. Даруй мне силу идти дальше ради нее, ради тебя, ради Троицы. Прошу. Укажи мне путь. Что так случилось? Это наш путь. Наш долг. Он никогда не был легким. Я понимаю, что значит терять близких. Троица ведь не остановится. Вряд ли. Силы у них достаточно. А Атлас? Это древняя карта старого города. Но в башне ее нет. Многие из наших живут в тех развалинах. Они будут не готовы к нападению. Я могу им помочь, Яков. Ты сделаешь это ради нас? Или ради своей цели? Сейчас это одно и то же. Я вернусь с подкреплением после того, как закончу с ранеными. Мне бинты нужны. Что? Яков, нам сильно досталось.